Празднично в городе, да? В каком? В городе Жодино. Мы едем по городу Жодино. Сегодня здесь была выставка на Белазе больших грузовых самосвалов. Автомобили там только. Автомобили, да. А это самосвалы? Большие были, да, вот. Белпромстройбанк. И вот домики какие у них размалеваны. Ага. Ну в Бресте тоже так же. Сейчас пойдем или попозже? Вы ушли с маршрута. Есть как у нас, да? Вот эта остановочка, вон она. Магазин Белазовец. Что там продают? Можно, в принципе, здесь оставить на стоянке машину. На этой, как ты думаешь? Это типа троллейбус такой, да? Захар. Фонарик такой, типа троллейбуса. Понравилось? Смотрите зонтик какой, он, наверное, горит. Должен гореть. Парк Жодино. Какая остановка с зонтиком. Классно. Давай, это руки замерзнут. Жодино гуляет сегодня в парке. Концерт. Да, Дим? День машиностроителя. Понятно. Национальный праздник. По, ну... городским освещением. Да, городским освещением. О, в общем, какая классная. Да, уже все пожелтело. Так быстро пожелтело все, да? Да. Смотри, какой красивый фонтанчик в форме дядьки. Это... Ну, идти не больше. Жодинский водоканал. Какой интересный фонарик. Это кому посвящен? Там написано. Какой-то фирме. Идем по дорожке, и здесь выпускают газету, да? Жодинские новины, да? Да. Ну это вот, скорее всего, какой-то тот самый фонарик. Зуб, рот, вон, видишь? Вот зуб, рот, глазки. А, а напротив стоматологическая клиника, кстати. Поэтому они здесь и установили. И библиотека. Видишь? Захарий, смотри, какой зуб. Я хочу на этот зуб. Ну, сядь. Вот, стоматология напротив. Ну, только холодно. Редакция газеты, Жодинские новины. Ну, еще цветы живые, видишь, не помёрзли. Ну да. Это интересно. Захватывай, вот. Переходи. Смотри, вот идем мы к какому-то фонарику леди. А, потому что здесь студия красоты. И вот фонарик такой в виде дамочки. Да, студия красоты. Видишь? Подождите. Вот в таком микрорайоне стоит надпись «Я люблю Жодино». И собрались кто? Квартет по басне Крылова, да? Ага. Квартет, видишь, как прикольно? А я буду каждому. Давай. Медведь на чем играет?
Но обезьяна прикольная. Смотри, с такими этими. Я хочу с обезьяной. Захар, ты можешь сесть к ней туда вниз. Ну, установишь куда. Ну, что ты вот залез? Прикольно, да? Захарий, садись на стул, посиди. Хорошо. Давай. С Остапом Бендером. На улице Жодина. Ух ты, какой стул прикольный. Продается. Дай ручку. Ну да, вот камень. Вот эта арка должна светиться. Пошли сюда. Концерт какой-то идет. Белаз гуляет. Надо что-то говорить, потому что музыку забанят на ютубе, поэтому не получается. Да? Вон герб города Жодина висит. Вот это вход в парк, часы вот такие вверху веселые. Ну вот мы идем по главной улице парка. Пойдем на прудик туда. О, здесь палатки, все на свете продается. Вон. Чего? Ты думаешь, может, тут кофе будет? Да, ну. Рублями давай. Я потом тебе все отдам, что ты скомочишь. Вон. Аттракцион. В парке стоит замок рыцаря, Захар. Ты не мог посидеть минут. А тут ясно. Это энергия. Ого. Ого, как красиво, да? Ну, вот такой искусственный водоем с мостиком. Ага, красиво. Водичку, наверное, почистили. А Захар у нас все с палками бегает. Лавочки. Беседку поставили, фонтанчик работает. Да. Красиво, смотри, камушка принесли. Давай мы с той стороны нас сфотографируем. Да? Ну, пошли покажем. А, вот Жодина, да, 55 лет у нас. Темновато уже немножко стало. Сколько время уже? 7. Ну, 8 часов. Да, он как мостик идет, видишь такой? И с той стороны также написано. Ну, даже фонтан работает. Интересно. Смотри, вот руки. О, видишь? Там беседочка. Да. Наверх ходила. Кораблик.
Детский городок такой. Детское счастье, да? Угу. Вот там вход какой-то есть. Ты как видишь, я в виде корабля, по-моему. Да. Помахай ручкой. Захар забрался на самую высоту. Все, слазь оттуда, пошли. Иди погладь, можешь погладить. Просто погладь его за ушко. За ушко его потрогай. Пони, это пони. Хорошенький. Все, пошли. А вон того, хочешь погладить? Захар. Ну, пошли как. Вечерний Жодина красив. Все, концерт закончился. До 7 концерт, да. Фонари эти не горят. Не горят, да? Они включат, когда дорогу включат. А, просто как пятно такое. Видишь? Вот здесь надо на входе становиться. Ну да, вот здесь. Видишь, как все горит. Вечерняя Жодина. Красиво погуляли. А мы будем ехать около парка ихнего? Конечно. Все горит. Такие типа звезды. Ну, зато интересно. Я тут, кстати, не был. Это вот что? Баня написано. Прикольно. Тут я не ходил пешком. Блин, пешеход. Не знаю, вот здесь. Колокольчик какой стоит красивый. Как на Новый год. Бантик такой, да? Угу. Горит, я люблю Жодина. Вот сейчас и сфоткаться, да, классно? Вообще горит, оказывается. Угу. У нас Табендер мне понравился. Вот эти не включили фонарики. Ага, что-то шарики не горят. И вот сам проспект Мира, центральная улица. Карета наша зажглась, на которой мы фоткались. Ну, вот эти фонарики включили тоже, видишь? Слева. Карета красиво горит. С конем. Нет. Дальше вон парк, только там впереди светится. Знаменитый зонтик, остановка ихняя, горит зелененьким. А вот этот лежит зонтик фиолетовый. Ну тоже вот парк справа. Угу. Вот этот уже идет такой. По красному. У нас красный. Фонарики. Здесь еще что-то, смотри, зажглось. Зажигали, да. Дама, что вот, видишь, это? Такая. А, дама. Угу. Да, это вот у них такие вот как площадочки. Видишь, они с подсветкой снизу. Угу. Лавочки подсвечены. А это как мужчина идет, смотри, с палочкой. Да, джентльмен. Интересно. А вот эти фонари, они уже зажглись все почти. А вот здесь как тоже дама. Прикольно. Здесь красиво, видишь? И вот фонари все зажглись. С той стороны улица фонарей, да? Или Пелас, вон горит, облепка Пелаза. И вот слева вот этот фонарь должен быть красивый, огромный такой. Где-то вот он, наверное, синяя лампочка на нем. Mm-hmm. По-моему, это он. Да, это он. Большой, да. Видишь, там такие два робота, они такими лампочками бросаются. Mm-hmm. Хочешь, еще раз проедем? Можем развернуться. Впереди нас БелАЗ, да? Да, вот она БелАЗ. А это что, проходная? Вот заводоуправление, проходная чуть правее. Угу. Можно вот тут развернуться. В темноте ничего не поймем. Ну что-то видно.
Вот фонарики, видишь, это вот пекарь. Ну вот здесь красивое. Лучше, говорю, чем в Бресте. Ну не лучше, но здесь подсвеченные. Каждый по-своему они. Хорош. Вот этот фонарик, кузнец. Интересный. И вот эти роботы стоят. Угу. Интересно. Беларусьбанк наш. Да. Вот тут большой такой фонарик в форме трактора, по-моему. Угу. Вот он шестеренка. Да, такая. Шестеренка. Ага. Трактор там. Красиво. Не, потом, ну вот здесь вот фонари у них. Вот фонарь. Это электрический. Это, какой-то. Наверное, клоун. Нет, электросети. Ага. И вот еще какой-то. Ну, вот и тут, да. Тут бильярдный кей будет этот. Угу. Пожарный вот фонарь. Угу. Вот тут такой. Там фотографии. Вот фонарик. Саласт. Эй. Так, ну ладно, здесь тогда развернемся на парке и поедем. Такие вот арочки включены по всему городу. Как на Новый год. Нам как раз красный. Мам, и вот этот троллейбус. Ой, какой троллейбус красивый. Смотри, как горит. Ну, там места для и провода, и руль можно покрутить. Прикольно сделано. Фонарь-троллейбус. Это от троллейбусного депо? Наверное, нет, самый лучший просто. Фонарик в городе. Да? Да. Европа, учите. Европа, думаю, никому не интересен. Все равно. Это, наверное, самый большой магазин в городе. Сити, да, есть Сити. И вот дома эти подсвечены. Через 300 метров поверните направо. Поездка. Город Жодино. Да. Захару не понравилось. Да. Почему? Такие больше грузные автомобили посмотрел. Понравилось. Ну, конечно. Вот горит проходная, да, Дима? Да, это завод. Завод БелАЗ. БелАЗ, до свидания. Каждый год принимает своих гостей. До свидания. День открытых дверей.